Хелло, с вами как всегда Винтер, и сегодня покажу вам, как получить новое яйцо в Роблоксе. Ну что ж, погнали! Кстати, ребята, офигеть, посмотрите, как нам повезло. Мы зашли прямо к разработчику, главному этой игры. Посмотрите, он даже надпись такая, дью, офигеть. Блин, жалко, что он сейчас нам не выстрелил, девелопер этой штукой. Знаете, лаунчеры такие есть. Потому что тогда мы бы, собственно, смогли... получить еще одно яйцо. Но, кстати говоря, ребята, нам нужно здесь поболтать с этим ученым. И дальше, ребята, сейчас я вам объясняю, что надо делать. Смотрите, вы сейчас идете на любой аттракцион и, собственно, там катаетесь на нем около 3 раз, ребята. Да, 3 раза вы на нем катаетесь, дальше идете сдавать ему аттракцион. В общем, сейчас я покатаюсь на любом аттракционе 3 раза и вернусь. Итак, ребят, когда вы 3 раза все это, собственно, сделали, вы становитесь на данный портал, и вас сейчас, ребята, телепортнет на суперинтересное место. Ребят, сейчас делайте все, как я, чтобы получить, собственно, тентакль яйцо. Вы берете данную лестницу, и сейчас вы подходите вот сюда и нажимаете на нее. Я сейчас нажимаю на нее, и вы по ней залазите, собственно, залазите в эту вентиляцию, такие супер. Идем, ребята, вперед, дальше направо заходим, вот такие, все сюда. Просто пока что идем. Когда будет еще одна развилка, мы опять-таки сворачиваем направо. Здесь мы тоже направо сворачиваем. Дальше просто идем, идем. И приходим вот в такую вот комнату. Дальше кликаем вот сюда. Ребят, когда вы на это нажали, у вас открывается вот такой проход, и сейчас вы должны пройти небольшой паркурчик, да, для любителей Tower of Hell. И, ребят, если вы здесь немного ошибетесь, не бойтесь, потому что вас просто телепортнет на самое начало, и, ну, как бы, не на самое начало, но, в общем, вы не умрете. Короче, вот это я хотела сказать. Заходите дальше вот в эту комнату. И здесь ищите вот такой вот столик, на котором будет лежать вот такая какая-то карточка, не знаю, но, в общем-то, все. Итак, ребят, извиняюсь, у меня пропала запись, но сейчас я вроде бы все восстановила. В общем, мы, когда забрали эту карту, возвращаемся назад, давайте. И там, короче, надо будет нажать на вот эту вот дичь. Так, сейчас мы на нее нажимаем. О, все, супер. Все вроде бы хорошо, если я не ошибаюсь. Да, дальше надо нажать какие-то кнопки, которые нам здесь показывают. Нажимаем вот так. Вот так, вот так. Короче, ребят, сейчас просто нажимаем все кнопки, которые нам говорят. Мы это все нажимаем, вот это дальше. Ё-моё, сколько кнопок? Почему так много? Ой, все, супер. Дальше мы проходим вот сюда. Дальше идем вот в эту вот дверь. И здесь, ребят, сейчас будет очень опасно. Супер прям опасно. Надо очень аккуратно это все здесь проходить сейчас. Так, все, все, все. Вроде бы я нормально более-менее прошел. Так, ребят, сейчас тихо-тихо. Тихо, осторожно. И проходим дальше вот сюда. Ага, и здесь теперь нас будут ждать роботы, которых тоже надо сбегать, иначе они нас уничтожат. Ё-моё. Тихо, давайте вот здесь вот спрячемся. Ё-моё. Ну да ладно, ребят, нам сейчас надо по-быстрому пройти через этого робота. Вот так вот все мы проходим и забираем вот эту вот часть. И сейчас, ребят, надо еще одну шестеренку найти. Еще одну. А, тихо. Ты нас не найдешь, робот. Мы просто проходим здесь и ищем, собственно, шестеренку. Так, вот здесь вот. Не-не-не, это я не туда уже пошел. Тихо, не-не-не. Очень осторожным надо быть. Вот давайте куда-то сюда. Ладно, ребят, заходим по-быстрому вот в эту комнату. Так, тихо-тихо. Камера, ты нас не заметишь. Блин, я надеюсь, что я подобрал, пожалуйста, скажите. Тихо, я не подобрал, надо аккуратно, блин. А так нельзя за стенкой? Нет, нельзя, тихо, быстро. Быстро, все. Все подобрали, супер, да? Еще одно осталось, ребят, еще одна. Не знаю, может, вентиляции? Я просто, если честно, не знаю, где последняя находится. А, хотя нет, ребят, я уже нашел, она находится вот в этой вот комнатке. Мы сюда заходим, тихо-тихо-тихо, главное, чтобы нас не спалили. Так, забираем вот эту фигню, и, ребята, просто тихо-тихо, все. И сейчас, ребята, у нас все есть, мы сейчас кликаем по этим шестеренкам и открываем, ребята, вот эти двери, ё-моё. Ой, все, ребята, мы видим данное яйцо, сейчас мы к нему подойдем и заберем, о, да. Но, ребят, сейчас ждет нас очень-очень жесткий паркур. Вот такой вот. Но, ребят, я думаю, я справлюсь как истинный проходитель ивентов. Я обожаю ивенты. Я все ивенты прохожу от начала и до конца. Потому что я просто их обожаю, поэтому я уверен, что я справлюсь. Так, вот сюда. Тихо, аккуратно. Главное, чтобы сейчас вот так вот.
Главное не зацепиться. Да, ребят, мы это сделали. Мы забираем это яйцо и... О, да, все, мы его забрали, ребят. Теперь надо по-быстрому сбежать отсюда. Давайте заходим вот сюда и сбегаем. Да, ребят, все, мы это сделали. Мы получили яйцо. На самом деле, Винтер. Я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока-пока. И...